Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 2.0 бензиновый, 175 лошадиных сил. Механическая коробка передач. Передний привод, машина 1991 года выпуска. Продолжаем колхозить. Собственно, уже все готово, даже покатал пару кругов вокруг сервиса. Передачи непривычно туго переключаются, заднюю вообще не с первого раза воткнул. Осталось починить подсветку приборки. Подшаманить бензопроводы можно на обкатку, долгую нудную обкатку. Бамперы были в не очень хорошем внешнем состоянии, краска пооблупилась, да и вообще, решил обновить. Когда кузовщики снимали их, много матерились, ибо сделаны они были по принципу «я его слепил из того, что было», и при зачистке тупо дырки появлялись. Но парни справились и выглядит теперь более чем достойно. Бампера. В общем, вот результат. Немножечко реставрации. В общем, вот результат. Готовимся к НЦА 19. Скорее всего, буду продавать оригинальный спойлер.
приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте,